Ага. Ты мне говори, так на камеру сейчас вам прижимать. Андрюха, это твоя пасека? Да. Концу не до сбора. Сколько здесь семей? 60, да? Нет. Тебя еще есть? Больше нет. Тоже такая же платформа. А ульи тоже, как и в Андрюхе, да? Все то же самое. Дай мне их. И опять ульи Дениса Фадеева, даже и тут, даже где-то в лесу. Даже в лесу с мочалкой. Да, да, ну и есть. Видел, ты снял там, как надо закрывать литки на фадеевских уликах, да? Да, круто, да? С мочалочкой, оп. Прикрыл и все. Вот родненькие здесь. В смысле родненькие? 12. Ух, они здоровые, кажется, против А8. Капец. Умин, вата. Утепление по полной программе. А если не дать луну 6 рейм, где расходите? Где супрошка? Где чистокровный Карпат? Аша, на меня, правильно. Да, да, лучше давай. Да, мне лучше давай. Чем там? Да. Я сколько раз говорил, самый продуманный улик — это 12 рамочек. Только то, что его неудобно таскать его. Это красава. Все красава. Вот я перейду на 12 рамочный. Громой, это громой. Вот он как Даданы. Отлично. Красава? Ничего. Хорошо. Чего вам Даданы не нравится, ну? Тебе нравится? А? Тебе нравится Даданы? Если так, то чтобы они стояли на месте, да, но чтобы их не таскать. Ну, там грошет крыла, не гинет вообще. Да, данчики. Ибун. Сам Дадан, да? Да. Дадан есть Дадан. А вы фадеевские улики, три четверти, рута. Вот какие надо. Фадеев. Вообще, Фадеев. Да. Тут антиреклама твоих ульев от Петра Сакары. Какая? Я говорю, вот смотри, какие здесь семьи были. А вы фадеевские улья, фадеевские улья. А ими только он мочалками закрывает. Вот, какая спина узкая, если. А попробуй держи такие. Да, сразу нет. Как мы станем. Как Андрюха такие. 300 килограмм на 2 человека. Ну, конечно, после таких ульев по спину, такие, кажется, большие. Капец просто. Ну, здоровые. Здесь видел задвижки какие здесь европейские? Пчел много, всего много. Иван, меда много, ну. Задвижки европейские засними здесь. Да, заснял, а что, классные задвижки, я продуманные. И на фадеевских уликах как надо закрывать литки? Я уже снял, показал людям. Еще раз. Если болт у лица, то форма сам? Ну, я очень рад. Это водоэмульсионка, да? Да. Покрашена. Да, да. Надолго хватит? Ну, пока второй год. Второй год? Угу. Ну, там дальше посмотрим, насколько хватит. А сколько-то хватит. Да, там положил, наверное, вниз. Видишь, этот тоже крашеный акрилом. Да, да, да. А я не буду хотел. Лес, лес, клен. Оставлю этот видео для Дадана, сейчас поедем. Поедем еще куда-то, да? А, мы поедем еще на Дадановскую пасеку, там где Дадан. Нормально. Прицепчик. Прикольные прицепчики.
Что там, Андрюха, пчелы есть? Две. Две есть. А ну. Ух, о, решеточка. Текаем. Ну все тогда, да? Поехали, хочу кушать. Я если когда-то сделаю себе такое, я себе сделаю. А? Поднимается. Ну, тоже, без сейчас да, когда пыльцу несут. Ехали на еще один тачок. О, и тут пенопласт. Лондон 15. Это... Лондон 15? Вот смотри, привез, я отсюда продал пакет, привез вместо него. Смотри, что тут. Смотри. Насколько он трех рамочек взял? Или вот так у Димы? Да, он, не, ну, он все были рамки, но клуб был на трех рамочках. Угу. Ну, он уже и подзалит чуть-чуть, хорошо. Опять фадейский улик. Угу. Блин, весь день. Ты представляешь, поехали в Германию, там улик, поехали в Молдову, там улик, поехали, короче. Не, ну, супер вообще. Теперь я понимаю, почему на Фадеева все злятся. Да, завидно. Да, он портит пчеловодство. Портит пчеловодство, да, да. Да, своими ульями пенопластовыми. Все посрывать пили. И знаешь, что плохо в этих пакетах, и что мне не нравится? Крайние рамки тоже с расплодом. Я бы хотел, чтобы они были... Хоть чуть-чуть меда было? Да, с медом, а они тоже с расплодом. Что они Миннесота? Вот смотри, крайнюю рамку достаю. Так это что, Миннесота, Андрей? Нет, нет, это Висеч вот этот, это с дом. Вот смотри, крайняя рамка, да, с расплодом прям, да, это. Смотри. Ну это ж плохо, понимаешь? Да, это плохо. Пенопласт плохо. Я сейчас тоже посмотрю. Фадеев, а ну скажи за это. Смотри. Вот нет, люди занимаются пчеловодством. Смотри, серьезно. Считай, сколько расплода. Это его улья. Это не у тебя сертификат нет, качества так, есть на продукцию свою? Обязательно. Так мне больше интересно, вы теперь жалеете, что будет много пчел, если смотри. Вы все... Капец. Надо ну тут теперь тут за эту рамку я бы дал. Я купить. Знаю, что можно сказать. Это заслуга не улья, это заслуга матки. Обязательно. Покупайте маток в Андрея. Не, ну круто. Это шестирамочник. Это под 300. Да, это два корпуса по 145. И вот. Это с расплодом. О, так, кстати, давай прорекламируем ульи. Вот это как раз ну, получается. Смотри, видишь, опять же, ну и где карман? Да. Смотри, тоже крайняя рамка и тоже с расплодом. А теперь вот говори, больше. Вот смотри. Вот от сегодня сейчас кстати, какой мая? Сегодня 6 мая. Нет, 6 вот, мая, можно ну, продать пакет. Видишь? Да, можно вот продать засними, пакет. Вань. Вот они выгрызают личинки. Вот это. Сейчас приближу. Это свойство висячего. Вот даже пчела, смотри, здесь тоже вот выгрызает. Да, вот это, да, как раз идет. Они чистят как раз. Раз. Выгрызает. Так, давай вернемся до рекламы, Фадеев, рекламируй. Получается, смотри, сегодня 6 мая, ну, в Молдове, конечно, теплее, чем у нас. Получается, 6 рамок расплода. Рамок это пакет. Можно продать 3 плюс 1. Пакет 3 плюс 1, и при этом останется ну, хвост. Ну, вот я продам отсюда 4 рамочки, да, пакет можно продать с маткой. Да. Остается 2, ставишь маточник. И все, и оно пошло дальше работать. Даже можно, если остаются две, в данном случае, как в этом, две печатки остаются, тут можно ставить перегородку, можно сразу два маточника ставить. Легко. Ну это ты, Андрю, говорил, я не буду говорить, что я хочу с ними делать. Все, сдал все. Не надо сдавать всю кабину, сейчас все понабирают этих пакетов, и закончилось наше пчеловодство. Фадеев сразу у заказы все, ну, не успевает делать. И можешь там ставить без разницы. Можешь там ставить. А, ты хочешь посмотреть? Рамка не по феншую. Аккуратно там матка на той. На той? А давай матку посмотрим. О, да, я сниму. Вот она, да, я сниму. Держи, я приближу.
Кстати, эти матки, этот пакет сделаны это после подсолнуха. И даже метки у меня закончились, я не метил их ничем, эти матки. Вот смотри, по приносу тоже, видишь? Да, вот да. Он. Став корма. Я глубоко сделал, там трутня поставил. Прикольненько. Я поменял, да? Сейчас смотри, эти, я подбирал, продал отсюда пакеты. А сколько у тебя зимовало? Ты же на пробу немного брал. Вот смотри. Видишь, отсюда уже продан пакет. Ух ты. Вот тут уже был продан. Отсюда в этом году. Продан пакет, да. Тут где? Должна быть неплодная матка. Сейчас где-то я попробую найти маточник. Просто тогда матку тяжелее найти. Ну, они оттянули, но как бы не будет засева, потому что тут должна быть неплодная матка. Мы ставили маточники. Все. А давно был пакет продан? Неделю назад, да? Когда у нас был? Неделю назад? Да, где-то так. А вот маточник, вот маточник, кстати, вышедший. Мы поставили маточник, матка есть, где-то ходит, да, но у нас контроль через 5 дней. Но в данном случае мы, например, не ищем матку, я не смотрю за ней. Через 5 дней я просто прихожу, ставлю еще один маточник. И через 5 дней еще один, все. И потом прихожу, только контроль засева. Если есть засев, все, знаешь, все получилось, с маткой хорошо. Пускай он лучше сгрызет. Ну, тоже. Мы здесь в каком-то заповеднике или нет? Как мы? Нет, здесь не заповедник уже. Лес. И вторая рамочка, видишь. Вы не думаете, что все молодые? Тут 8 рам, мы 4 продали рамки, и 4 вот осталось. Мы же проезжали всю Молдову в прошлом. Здесь выехали, мы когда приходим здесь. И сейчас посмотрим, я открою вам именно семьи тоже. Петя молчит, он думает уже, планы строит. Он уже придумал. Я давно подумал, что я тут сейчас просто дооцениваю ситуацию. 15 штук подряд мы продали, вот они все. Смотри. Тоже пакет, да? Да, это тоже отсюда продали на пакет. Тут полряда отсюда снизу. Угу. А покажи, у тебя с Англии дочки есть? Английские. С Англии. Ну, да. На той самой первой пасеке там есть, да? Да. Ну-ка, я вот тебя нашел. Все, теперь клеточка у меня. Сейчас открой. То да, у меня клеточка. Надо брать маточку, да? Тут уже клеточка есть, все. Вторую ищи. Две ищи сразу. Ты заметил ее, блин. Коля, да. Интервью можно тебя? Конечно. А я слышал, ты где-то в Америке работал, да? Ну да, был. По пчеловодству? Да, на пасеке. Много работал? Ну. По времени? Да. Ну, первый раз 4 месяца, второй раз полгода. А, ты там был 2 раза? А где ты вообще был? Вообще был 4 раза. А, 4 раза, да? А где ты был? В Калифорнии. И как? Че? Хорошо, ну, тепло. Много семей обслуживали? Больше 1000 было. Но не один. Ну, не, понятно. Ну, круто. Тебе понравилось, не? Да, неплохо. А много чего к себе перенял? Ну, есть. По развитию, по выводу маток там. Есть чего было. То есть пригодилось, да, лично не в своем пчеловодстве. А сколько лично вот у тебя пчел? Я так понял. Вот... У меня больше сотни сейчас. Ну, было больше. В прошлом году у меня было. Ага. Отошло еще, сейчас восстанавливаюсь еще. Понятненько. Круто. Больше не собираешься? Не. Не? Не все, будешь тут развивать, да, свое? Стараюсь тут на месте. Не, ну правильно. Как-то, короче, информации хватанул, и теперь можно... Ну да. Спасибо. Вот там доданы, сейчас посмотрим. О, так и у вас доданы есть. Самый есть, вот, снимай доданы. Смотри, дымарь какой-то сюда делал. Да, уже дымарь попадал. Так это вот не с Украины у вас? Я смотрел. Дымари. Я на них смотрел. Что с Алиэкспресс это. Не надо их покупать. Так что это? Я в Румынии тоже видел, постоянно смеялся. Что здесь? Ну, дай дымарь. Загони. А что здесь? Это все Миннесота. Миннесота. Модель Италия. Злая, да, говоришь?
Да, ну вот эти уже дальше, тут мы пакеты от них не продавали. Эти две рамочки расплода я подсилил те обратно. Что за молдавин у вас? Ну рамочки, конечно, красивые. Ну смотри, она вся засеяна, да, видишь? Засеяна, еще бы. Засними. Сейчас найдем на матку. Вот приятно смотреть, вот все-таки рамочка белая, вот красиво просто. Отстроена ровненько. Порасползали. А это вы давали румынские какие-то подкормки, да? Да, да. А мы, я вчера показывал канди. Это канди. Это шпульцой? Да, да. А есть эти вот такие новые? Есть. Ну, запечатанные, да. Полностью канди? Да, есть. Тут тоже засеяно. Подержи, подержи. А это то, что они не взяты. Я сейчас только буду кидать корпуса. А тут рапс был рядом. Угу. И поэтому мы не кидали, чтобы его не было. И сейчас на всей локации рапс как раз отцвел. Мы сейчас будем ставить корпуса под мясо. Ну, тоже оно все засеяно. Угу. И шпатковка сверху залили. Вот матка где ходит? Матка та где-то ходит. Где-то она ходит. Ну, тут должно быть меченое семя. Она будет проще. Меченое? Да, да, да. А, ну где-то может как раз. Где ходит? Сейчас откроем другой точку. Посмотрим. Откуда вообще была идея вот это алюминь? Смотри. Откуда идея была? Ну мы подсмотрели как бы. Боже, Миннесота наш чисть. Да, это все Миннесота. А что такая большая разница между ними? Какая? В цвете. А? В цвете большая это разница. Секретная информация, опять же. Потом отдельно расскажу. Видишь? Принять один кодекс. Кстати, да, ты спросил разницу, давай откроем. Идем матку. Ваня, ставь на паузу сейчас. Нет, нет. Здесь маточка будет. Черненькая, да? Да. И сразу. Сразу выяснил. Вычислил. Сейчас попробую найти матку. Кстати, посмотри на тротник, видишь? Да, да, красавцы. Не нравятся такие тротники. Еще. Черненькие. Черненькие. Тебе черненькие нравятся? Тротник. Блондиночки мне нравятся, рыженькие. Рыженький, как сказать? Главное, чтобы это. Пока довольно. Смотри, матка. Видишь? Это карпаточка. Карпаточка. Маточки. Понял? Или карника похожа. Покажи пальцем. Да, да, карничка. Все сукусит. Понял же, что или нет? Да, да, я слушай, понял. А насколько понял, труднее дальше, много? Да, слушай. Слышь, Андрей, дальше не надо, я вот даже уже все понял. Все? Да. Ну, все. Главное, что ты понял. Я да, специально да. Тебе открыл. Да, 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 я понял. Я все понял. А, я понял то. А, я все понял. Я понял. Это по той схеме, Петя? Да, именно по той. Тут должны быть... А, вот уже печатают. Угу. Ну, есть принос, капает, как бы... Есть. Завтра все, будем еще? Расширять, уже ставить все? Корпуса все, под нос. Додавливай его дальше. Сейчас я тебе покажу распределитель. Кстати, этот... Вот он. Отстов она вот эти четыре штучки. Вот это уже бак. Вот это бак. Видишь, вот за семи пчелу. Вот это все. Сразу видно лучше. Да? Конечно. Да, я иду. Смотри, какие. Сколько мед. Вы пережали. Тут они бы сейчас в магазин еще принесли. Да, рапс цвел мы не могли ставить. Как? Ну, мы могли поставить, но не хотели. Нам тут мед не нужен. Вот она вся засеяна. Вот маточка, кстати. Угу. Сразу видишь, нигде не могли найти матку. Да? Бак просто открыли, сразу. Сразу показывай себе, да? Вот. Да, Вальва. Выходил личинки тоже. Да, да. А ну крайнюю рамку. Можешь? Давай крайнюю.
Ну, они в основном кормовые. Этот держит корм в семье тоже. Угу. Смотри. Вот. Это прошлогодний? Да, это прошлогодний. Я так не распечатываю. Да. Клеточка у меня есть? Ну да. Корм есть? Да не, у меня материала хватает. Не надо тебе? Не. Это Ваня. Может, хоть труд не возьмешь? Не, спасибо. Вот труд есть. Я фиксирую, точно кинул, не зажал в кулаке. Такое кулак. Доказательство, если что, да? А сколько здесь примерно ульев стоит в семей? Здесь больше сотни, 120. 120. 120. Отлично. Что еще? Классно. Он уже все передает команду, куда ехать. Там налево. Это что? Все бахство. Ну сразу видно опыт. Да. Это ряд бати? Да, да. Ну это данный тоже может снять. Этот корпуса подмет. А до данной это. Давай будем считать, просто... 18 рамок расплод. Немного, видишь, пчелы. А ну давай откроем. Вот еще одну. О, это да, это нам надо клеточки. Решетки поднялись. Да, данчики, ну они такие большие, кажется, это капец просто. Здоровые. Ну, смотри, тут пчелы побольше, видишь. Семья внизу сейчас. Спасибо, Андрей. Приезжай. Приедем. Встречай.